авторская программа Натальи Бельтяковой «Закон, налоги, право». Сегодня с вами Фарника и Ирина. Сегодня мы затронем тему создания и регистрации филиалов юридических лиц. Все и всегда стремятся к развитию, и логично, что в сфере предпринимательской деятельности также происходит развитие бизнеса, выражаясь путем увеличения производства, сбыта, расширения рынка и открытия новых офисов, представительств и филиалов. Мы рассмотрим самое важное из того, что нужно знать о создании филиалов и их регистрации в госорганах. В соответствии с пунктом 2.32 классификации организационно-правовых форм хозяйствования, утвержденной приказом госстандарта от 22 ноября 1994 года, номер 288, филиал классифицируется как структурно обособленная часть юридического лица и выполняющая ту же деятельность, производственную, научную и тому подобное, что и юридическое лицо в целом. Исходя из данного определения, следует, что филиал не может являться самостоятельным юридическим лицом. Таким образом, в данном контексте следует разграничивать филиалы как обособленные подразделения и дочерние предприятия, то есть те, в которых учредителем является одно юридическое лицо. Последние, даже если в их названии и фигурирует слово «филиал», к данной категории не имеют никакого отношения. Причем филиалы с позиции юридических норм не могут быть, так сказать, с признаками юридического лица или без таковых. Либо это филиал, либо это отдельное юридическое лицо, и третьего здесь не дано. Стало быть, непосредственно на филиалы не распространяются положения законодательства, касающиеся юридических лиц. Не будучи обособленным юридическим лицом, филиал не может быть и субъектом предпринимательской деятельности. Иными словами, чтобы определить, распространяется ли действие того или иного нормативного или законодательного акта на деятельность филиалов, в таком акте должно содержаться четкое указание на то, что его действие касается филиалов, обособленных подразделений. Особенно важен данный факт в определении мер ответственности за нарушения, допущенные филиалом. К примеру, если взять положение закона Украины о порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами, то в соответствии со статьей 1 данного документа к составу плательщиков налогов отнесены филиалы, отделения, другие обособленные подразделения, не имеющие статус юридического лица. Из этого следует, что ответственность, предусмотренная данным законом, распространяется и на филиалы, естественно, в том случае, если на них, согласно законодательству, лежат обязательства по уплате соответствующих налогов. Исходя из определения филиала, приведенного выше, филиал, его руководство, действует на основании доверенности, полученной от головного предприятия, его руководства. Не следует буквально воспринимать данную норму в отношении такой доверенности. В качестве этого документа вполне может выступать положение о филиале, документ, который является своего рода уставом филиала, в котором оговорены полномочия его руководства. Следует сказать, что данная норма вполне соответствует Гражданскому кодексу Украины. Положение о филиале, собственно, и содержит перечень юридических действий, которые филиал имеет право выполнять. Открытие банковских счетов. Для открытия текущих счетов обособленным подразделением предприятий следует предоставить в учреждение банка карточку с оттиском печати и образцами подписей должностных лиц подразделения. Образцы подписей и полномочия должностных лиц удостоверяются нотариально или руководством предприятия, юридического лица, к которому относится филиал. Формально говоря, такая карточка не позволит распоряжаться текущим счетом филиала никому, кроме его должностных лиц, даже руководству головного предприятия. И здесь не важно, что такая возможность будет предусмотрена положением о филиале. Банковские требования остаются банковскими требованиями. Во избежание такой нежелательной ситуации следует внести в состав руководства филиала руководящее лицо головного предприятия, чей образец подписи в карточке позволит руководству головного предприятия получить доступ к банковским счетам. Обособленно следует отметить то, что выручка, полученная за товары, работы и услуги в иностранной валюте после зачисления на текущий счет обособленного подразделения,
В течение нескольких дней должна перечисляться на расчетный счет основного предприятия. Филиал может выступать и субъектом внешнеэкономической деятельности. Подтверждение этому находим в статье 3 Закона Украины о внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которой субъектами внешнеэкономической деятельности в Украине являются в частности структурные единицы субъектов хозяйственной деятельности, которые согласно законам Украины могут и не быть юридическими лицами. Филиалы также в отдельных случаях являются плательщиками налогов. Так, в инструкции номер 80 Государственной налоговой администрации Украины, которая регулирует оплату налогов и сборов в государственный бюджет субъектами налогообложения, указывает, что ее действие распространяется и на филиалы представительства и другие обособленные подразделения юридического лица, но расположенные на территории иной, нежели налогоплательщик, территориальной общины. Государственная налоговая администрация Украины разделяет филиалы на два вида. Филиалы, расположенные на территории иной, нежели головное предприятие территориальной общины, причем независимо от того, имеют ли такие филиалы банковский счет и ведут ли они обособленный бухгалтерский учет. Филиалы, расположенные на территории той же территориальной общины, что и налогоплательщик, головное предприятие, но ведущие свой обособленный учет и имеющие свои банковские счета. Фактически не подлежат регистрации в органах налоговой службы только филиалы, расположенные на территории той же территориальной общины, что и налогоплательщик, и не имеющие при этом каких-либо обособленных атрибутов, банковских счетов, отдельного учета и тому подобное. То есть те, которые Государственная налоговая инспекция Украины в своих письмах окрестила структурными подразделениями предприятий. Сегодня все. С вами была Фарника и Ирина. Предыдущие выпуски передачи смотрите на сайте www.arkada.net.ua. Материалы для программы «Закон, налоги, право», как всегда, подготовили специалисты компании «Аркада Грант». Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения бухгалтерского обслуживания, как предприятий, так и предпринимателей. Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения и сопровождения. Звоните по телефону 73 73 208. До новых встреч! Внимание! Интереснейшее событие в строительной отрасли. Все, что вы хотите знать о ремонте и интерьере, теперь Интер. Интер современно. Интер надежно. Интер выгодно. Интер Билд. Выставка, которая построит новые стандарты качества. С 11 по 13 сентября на Морвокзале.